У башни оторвало бак. Виноваты не порывы ветра. В последние дни в поселке было тихо. Причина в состоянии коммунального объекта. Причем его ветхость сюрпризом не была ни для местных властей, ни для самих жителей Андронова. По нескольку раз за год из-за аварий люди оставались без воды. Сегодня у нас снова ЧП. У нас снова нет воды, так как упала наша водонапорная башня. Несмотря на то, что мы были включены в программу 100 скважин в 2017 году. О ветхом состоянии водонапорной башни мы рассказывали не раз. Проблемы с водоснабжением обещали решить еще к июлю 2017 года в рамках краевой программы «Ремонт 100 скважин». Но работы сразу затянулись. В итоге новую скважину пробурили только осенью 2017-го. Воду не нашли, на том, говорят жители, и бросили. В 2018-м, после обращения людей в антимонопольную службу и СМИ, рабочие просто протянули шланг из новой скважины к старой башне, которая сейчас и рухнула. Сама башня капитального ремонта так и не дождалась, хотя в договоре речь шла как раз о серьезной реконструкции. После происшествия местные власти придумали, как, с учетом всего, заставить систему работать. Башня запущена. Идет подача напрямую в систему. И оно так и будет работать? Или, например, до лета, а потом будет какой-то ремонт? Нет, так и будет работать. Единственное, через несколько дней будет установлено оборудование, которое управляет насосом. Между тем, местные жители позже сообщили, что вода в дом так и не пришла. Нет ее и в социальных объектах, школе и детском саду, пожаловались нам. Последний, говорят люди, сегодня вообще был закрыт. Следим за ситуацией. Анастасия Дороган, наши новости.